В спор между Украиной и Венгрией должен вмешаться генсек НАТО. Так считает глава польского МИДа Яцек Чепутович. По его мнению, именно у Йенса Столтенберга есть инструменты, чтобы решить этот конфликт. Чепутович уже обсудил вопрос с венгерской стороной, а во вторник собирается поговорить об этом и с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. Напомню, конфликт между Будапештом и Киевом возник из-за украинской реформы образования, которая, по мнению венгров, ущемляет права нацменьшинств.